Вот. На сегодняшний день все основные работы, ну, сказал бы, грязные работы, да, по укладке плитки, по укладке асфальта практически закончены. Вот остались только дорожки там, где сегодня работает техника и ходит большегрузный транспорт. Поэтому дело подходит к концу. Вот сейчас вот посмотрели те мероприятия, которые необходимо сделать. В общем-то, вопрос стоит такой очень острый, это по охране. Вот, к сожалению, есть категория людей, которые абсолютно не ценят то, что сделано. Вот, и поэтому ребята, строители, кто сегодня здесь, подрядчики работают, то есть констатируют факт, что акты вандализма, к сожалению, имеют место быть. Поэтому думаем либо с полицией, либо с Росгвардией, либо создавать вообще отдельно при МУПТО-Гилдорстрою службу, которая бы занималась именно охраной, снабдить их техникой, вплоть до того, чтобы купить и квадроциклы, и самокаты электрические, которыми могла бы охрана пользоваться. Но касаемо графиков, мы их выполняем. Вот графики выполняем в октябре, все работы будут закончены. Я от всей души вас поздравляю с профессиональным праздником. Я преклоняюсь перед вашим трудом, ребенок столько сил отнимает, такая энергетика, когда постоянно в движении, постоянно что-то надо. И вот, а вы занимаетесь этим ежедневно и каждодневно, поэтому я вот искренне благодарен вам, что действительно именно вы стоите на первом рубеже воспитания детей. Те пожелания, которые были высказаны, мы их все сохраним. Мы обязательно будем внедрять свою работу. Те обещания, которые я давал, они будут выполнены. Вот, встречаться будем дальше, потому что очень много интересного, честно говоря, узнал из этих встреч. Поэтому здоровья вам, терпения, выдержки, всего самого-самого наилучшего. 17 августа компания зашла в стройкомплекс на объект, поэтому я чувствую себя спокойно, потому что с данной организацией мы выполнили достаточно большое количество строительных объектов. Работы ведутся, работ предстоит до конца года сделать очень большое количество. Сегодня на объекте работает более 110 человек каждый день. Вот сейчас очень важно до наступления холодов полностью закрыться окнами, вот, войти в тепловой контур, чтобы можно было проводить внутреннюю отделку. И на сегодня полностью удовлетворен той ситуацией, которая на объекте есть. 18-я конференция проходит на полигоне. Это уже такое периодическое мероприятие, то есть, которое проводится в нашем уральском полигоне. Я вот всегда и не просто приветствую такие мероприятия, я всегда рад, когда в город приезжают у нас, значит, жители других регионов. То есть это возможность, во-первых, провести качественное мероприятие само, но и возможность показать те достижения, которые у нас есть, показать нашу историческую составляющую. То есть это опять, я говорю, развитие города, то есть это популяризация города, это, в общем-то, известность дополнительная города, но и тем более, что приезжают не простые специалисты, а действительно специалисты в определенной сфере, в оборонно-промышленном комплексе. День для машиностроителей для нас очень важный праздник в городе, поэтому, ну, химзавод «Планта», это у нас и градообразующее предприятие, точнее, может, районообразующее предприятие, тем не менее, от работы «Планта» зависит очень много, поэтому я сегодня с огромным удовольствием поздравил коллектив, поздравил руководителей завода, поздравил с профессиональным праздником, поблагодарил за активное участие в выборной кампании. В общем-то, благодаря решениям избирателей мы сегодня продолжаем тот курс, который начали.